спорт против насилия и преступности. Под таким лозунгом в нашем регионе прошел турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Традиционные соревнования собрали более 100 юных борцов Сибири и Урала. 11 лет назад в республике Алтай от рук преступника погиб известный омский журналист Александр Петров и его семья. Первый турнир состоялся всего через 8 месяцев после трагедии. Инициаторами соревнований в 2007 году выступили журналисты омских СМИ, тренеры и самбисты «Динамо», где любимым видом спорта занимались Александр и Никита Петровы. Руководство Министерства спорта Омской области и регионального УВД сразу поддержало идею проведения турнира. Для молодых самбистов мемориал Петровых не просто очередные соревнования. За годы проведения престижные старты многим участникам дали путевку в жизнь. Философия турнира заключается в том, чтобы дети понимали, что у нас спорт, он против насилия, против преступности. Это высокая миссия, высокая цель, которая учит воспитывать детей честному, самоотверженному труду. Спортсменка из Кургана Виктория Герасимова мечтает стать настоящим профессионалом. И планы у нее вполне серьезные. Ближайшие – пробиться на первенство России. В финальном поединке мемориала Петровых в категории свыше 65 килограммов она уверенно разобралась с Дарьей Деркач из Северска. Удавалось нелегко. Было, конечно, настрое в категории, но было тяжело. Первую схватку я выиграла 8-0 явно. Соперница была сильная, но удалось одержать победу. По итогам хозяева турнира омские спортсмены в упорной борьбе завоевали 18 медалей – 3 золотые, 4 серебряные и 11 бронзовых. Специалисты и тренеры пристально следят за сегодняшними участниками. Наверняка среди нынешних призеров 11-го мемориала немало потенциальных выпускников полицейских академий и участников самых престижных стартов по самбо.